Ты сгниешь в тюрьме! Я улечу, и вы меня никогда не поймаете! Я поймаю его быстрее, чем вы скажете слово «черепаха». От создателей Kidstupid самая безбашенная игра на телефон. Лемурдин. Ссылка в описании. Профессор, а может не надо? Да не волнуйся, от динамита, брошенного в кислоту, еще никто не умирал. Вы уверены? Абсолютно уверен, что не было таких долбоебов, которые решились бы это попробовать. Получилось! Кто это, профессор? Клон. Я создал его, соединив ДНК всех признанных гениев нашей страны. Ломоносова, Менделеева, Пушкина и остальных. Так что перед нами самый гениальный человек за всю историю России! Привет! Охуеть! Ну, хоть не по-английски, уже хорошо. Твою демократию, какого черта он выглядит как Обама? Просто во время мутации гены Пушкина оказались доминантными. Это же очевидно, профессор. Ты посмотри, он с таким ебалом еще и умничает. Да его же пристрелят, как он только выйдет на улицу. А может, замаскируем его и покажем нашим ученым? Ну ладно, можно попробовать. Посмотрим, что они скажут, увидев человека в сотни раз умнее их. Чёшь собачья, этого не может быть! Прошу прощения, но вы не могли бы разговаривать со своей собакой немного потише? Вы мешаете выступающим. Ну так вот, соединив ДНК всех признанных гениев нашей страны, я создал самого умного человека на этой планете. Итак, знакомьтесь, Иван Иванов! Здравия желаю, братцы! Здорово я его замаскировал, правда? Теперь точно никто не заметит, что это Обама. Молодец, только не стоило это говорить так близко к микрофону. Это же Обама! Хуячь его! Профессор, я, конечно, понимаю, что вы любите свое творение, но либо мы с толпой, либо против нее. Намек понял. Прикинь, я вчера с Барби переспал! Ну и как она тебе в постели? У Барби нет полового органа. А я-то здесь при чем?